Заново духи пейте все. Напоминаю, не слетели, если что у вас. У меня нет. Ну они ж у тебя там набрали, значит. Мне диван дали. Резаем людей. Где некромантика? Чё, и лока не резать? Так, нужен хламобот или джипс? Да. Ты хреново, когда так висит. Нихуёво, наверное, висит. Поставил. Спасибо. Еще шкаф соберем сейчас. Меня саман признан. Так, рыба. У тебя рыба что из заднего кармана вывалилась? Да. Не верю, нет. Легким движением руки. Не верю. Ты дыщ. Вывалилась, да? Эти крест, лапку. Ну, фу, рыба. Что там, блин, на мой карман смотришь, нахуй? Инту. Это у меня этих одеколонов. Натуре одеколон. Инту бафните. И сколько у тебя их? Мечей, нахуй. Да так, нисколько. Ну, больше сотки. Нет. Бафов всех нету. Я каски даю, если что, не паладины, блин, не путайтесь. Кулаков нет. Давайте всю эту хуйню быстрее. Потому что отошел, вот и нету кулаков. Дайте столик еще. Щит земли. Я не ебу, блядь. У тебя это 4? Ну, этот. Ну, кинь на рейд. На кого, блядь? На кого там надо, нахуй? На мага кинь, блядь. Чтобы он вокруг себя всех хилил. Да, вар, на КД. Это на ХП кричи по КД. Че, принимаем готовность. Если кто-то умер, то перекрикивай. Все готовы? Внимание. Даю отчет. Припоты не забудь. Гучнее, сейчас. Или вы им сейчас искать могу? Юль, давай не зайбу. Сыхо, сейчас. Вот не готовься к ру, скажу, да, активировать. Давай прямо сейчас. Поле дринку напуливайте. Вилаш, ставь купол. Следующий за ханджи, да? Да, следующий за ханджи, готовь купол. Сейчас скажу, где. Ставь вилашу. Пиздец, чуть не сбрила нах. Сокрово. Ну, следующий, дашь? Я сейчас буду давать, да? Да. Догадайся, да, давай уже. Да. Все, найс.
сориентируйте по агро, потому что я не смотрю на туда на Кусана готовь. Надо. Салмаунт Гим на ХП и мастер аур от моего Врахиля. Я скажу в комнату. Следующий на пол в холле эту. Ну, пол... Холли дринк. Бойт, получил ему она эту самую? Не знаю. Давай. Хукмастер, хукмастер можете сальва давать уже. Че, у меня сейчас сама на кастер. Я сдал по хукмастер. Ну хорошо. Ты видела, что давай не кость скатилась. Следующий. По дикону. Следующий на пол вывелашу. Отлично. Так. Сальву, когда надо будет от Войда, скажите. Не бью, жду, я второй до сих пор. Вадикон, сальву. По вадикону, сальву. Камарахиль, сокру. Войд, по вадикону. На пол вывелашу. Сейчас дам. Дал по вадикону. Я инвизибл дам сейчас. На пол в холи дринк. Потом сокру. Давай сейчас холи дринк, сокру. Дусан наберет, не надо в меня. На пул, холидринка, либо вывелашу. Дусану. Не Юля, надо, куп... я наберу, не надо. Юля, купол ставь, если есть. Холидринка на пул. Сейчас сделаем. Пиздец. Захан, еще по куполу. 8 секунд, 7. Следующий на пул вывелашу. Бляха, давай. Вархиль по финал босса. Вархиль здесь. Сальву. Птица на мне есть? Нет, я не вижу. Есть. Финал босс вмешательство по хукмастеру. Хукмастеру надо как-то скидывать. Войд, сокру, я уже. Дал. Вавилашу на пул давать. 3 секунды. Для канцелятора надо тоже ставить. Шадоу, готовься, гимн подсчету и мама Варахель. Шадоу, гимн. Вавилашу на пул. Тутилар, канцелятор, я чуть-чуть. Я подстопливаю. Меньше. Да. Бидон ги это тотем элмаунт гимноману. Вадикон варианте тутилара рисует. Готовься. Гимн. Варианте гимн на ХП. На ХП. Также холидринка на пуль. Мастер инвизибл, стопните ДПС. Вставай быстро и дамаж. А хок мастеру сальву сейчас дам. Крик на ХП стамину. Юлия, не зыбкость откатилась. Дусан, канцелятор АБР. Варахель, сокру, расчехляй. Варахель, сокру, расчехляй. Дусана на пол дайте. Войд, по финал боссу, сальву. Холидринг, сокру, скорее. На пол вывел. Вадикону? Или визабл? Я думал, что купол здесь откатился. На полу холи дринка. Ебать. Ваша купол. Сейчас. 10 секунд купол оставил. Заканыч, не бей. Заканыч, как откадешься, сразу это ставь купол. Окей. Сейчас прохиливаем, жестко прохиливаем. Вархиль по вадикону, сальву. Мастер, не бей. Войд, сокру, готовься. Готовься, сокру. Да. Даю по тебе зубы. Второй шалфир по угру. Файнал босс, дай шалфир ШП. Полидринка на шалфир, готовь этот. Следующий берса вроде, да? Да. Добивайте, баблы готовьте. Баблы дал? Баблы. Я баблы дал. Баблы жмите. Блять. Бля, 500 тысяч. 500 тысяч, блядь, живите, там доты тикают, блядь. Нет, доты на пятихатку не тикают. Ну, бля, на сотку сбили, на сотку сбили. Не, ребят, ну это победа, сос говорю, уже 1% остался, это уже сильно. Может быть, чуть-чуть. Бля, чуть-чуть. Вы не видите, вас тоже дома. Да, вы умен, смотрите. Не знаю, я три раза сказал стопнуть нахуй, ДКшники били. Он хукмастер стопнул, он не умер. Ну да, вот кто сорвал, упал, то это вот урон. Вы про напул так часто не спамьте, типа. Там все же, блядь, не успевают кнопку нажимать. КД напула 30 секунд.
Там еще хан, что-то говоря... Не, ну сейчас вот охуенно. Ты сам раздуплился, как ты должен на пол давать, без, чтобы они тебе не заслуживали вот этим анонсом. Тут достаточно... скачать. Так он без Омена не поймет этого. Он нет, же не видит, кто насколько отлетел. Короче, в чем суть, почему спамят? Чтобы у тебя информация... Не, сейчас гораздо лучше было все, гораздо да, лучше. Это хорошо, когда говорят. Просто типа чаще, чем 30 секунд или там 25 секунд, не говорите. Нет, вы побежали или что? Да, бежали. Да. Кто не резал. Бля, ну вот с одной стороны, а вот не хватает немножко моего ДПС, то, что я с купола стрелял. Ну, с одной стороны, да. У меня сейчас на 1000 ДПС меньше. Это, а чекните у кого? Чекните приботы. Тут дела разъебал, бля, сиди, куда тебе идти? Я второй прибот не видел. Куда срочно? От меня и все. Вот они ваши приботы. Тут нихуя себе, тут нихуя себе. Ребят, 5 секунд. Пойдите, Holy Drink, ты жмешь сакуру, да? Ты сейчас, если уйдешь, мы не убьем, блядь. Кто будет дамажить-то? Смотри, я был первым в прошлом трае. Сейчас четвертый. Ты посидеть не можешь еще? 15 человек пьют. Не могу, скорее всего. Может быть, через минут 20 смогу. Сейчас я гляну. Давайте там сейчас сразу... Давайте мы успеем за 20 минут. У тебя есть 20 минут, ты имеешь? Не, я говорю, да. Что через 20 минут я, возможно, смогу подойти. А что, тебе срочно? Как раз. Да. Понял. Ну, я не знаю, что делать. Давайте типа. Берем Тролда и 4 хила. Тролда, 4 хила. Ну, 4 хила, получается, что? Там, где я сокрудовал, надо будет как-то самим жить. Ну, да. Ну, давай. Тогда... Хилла берем. Ну, подожди, Войт, а вы вначале под герой сейф отдаете? Мы же прохиливали. Просто берем ДД, а вон, Танос. Танос, ну да. Че ДК поменять? Он столько не даст, нахуй. Двадцатку не даст, как Тутилар, блядь. Даст, мне кажется, двадцатку. Нет, он маги тут не дадут. Они все по пятнашке тут давали. Пиздец, ну давайте, нахуй. Че, с меня в хила или... Ну, или... 17, да, с 18. Или в маунт. Или пойти на ДД лучше. Да, я не знаю, типа, масса круч подъебем, и типа, у нас будет сразу три окна. Ставьте как есть, просто мы ДД поменяем сейчас и все. Просто ставьте как есть. Но Танатос, да, 8, он же фаере, в принципе, ему вроде не так сильно надо этот... Не, фаера здесь хуйня, насколько я знаю. Думаешь? Ну ладно. Бля, нам одного Элема не хватает. Да, было бы сочно. Слышишь, а Нострекс, у него проходка есть? У него 14к ДПС. Да, он не даст столько, это очень сложно. Бля. Чё говоришь? Тихо, чё ты говоришь, Иване? Давай обратно, Танатос, нахуй, чилить, нахуй. Костя, Holy Drink, ты даёшь же, да, получается? Всё, сейчас если не убиваем, блядь, то мы бичи последние, нахуй. Сейчас если убиваем... Не, сейчас 600, сколько там, 400 тысяч осталось. Двойное, 400 тысяч. Двойное ЕП, нахуй. Там просто, если бы, блядь, кстати, нахуй, да? Если бы ДК успели обновить доты, мне кажется, доты дотикали бы, нахуй. Да, вы смотрите, под шестую минуту смотрите, у вас что есть? Есть у ШП тучки, есть баблы. Баблы дали только мы с Варахелем. Еще вот Holy Drink с Ральником, если бы побили. Если бы Holy Drink с Ральником побили. Варахель не успел сдать тучку, лапку, потому краску. Что он гинк оставал. А можно вопрос? Я не смотрел, короче, кто там агрит. Из танков все три танчили? Оса. Или только двое? А сейчас по полученному урону я гляну. МВП Хант. Ну, да. Вроде все три там поебало. Не, нихуя, там, блять, вон, второй по урону лям 300 Дусан, а четвертый уже Holy Drink 800 и 659 тысяч Вилаш. То есть у Вилаша меньше всего агро. Это прям пропорционально, вот сколько он их бил. Есть вариант, как бы, в этот, может быть, ну, как, типа, в два танка, нет? Ну, тогда, кстати, да, имеет смысл. А если у Дусана ну, там у вас будет больше сбрасываться, нет, вы же понимаете? И Вилаша хоть какой-то минус агро забирала, поэтому вы стабильно держались вверху, а так вы вдвоем будете просто улетать постоянно. А, все, короче, так, пробуем, это самое, давайте. Два танка? В три, почему? Нет, три надо, три. Все как было. Духи пейте, припоты нахуй, перед этим голову пейте, не забывайте вторые. Да, надо сказать про вторые кому-нибудь. Те хилы пейте, сапроты, это прям спасает очень сильно. А Геру вообще. Куда дают? Спула. На пятой секунде примерно. Духи пейте. Так, принимайте, сейчас.
Секунду. Джевса, ебал, кому надо Джевса, возьмите там. Все, сейчас ротацию прям четко прожмите и смотрите в конце. Рарник, в конце крылья не сдавай, там и кто там? А рарник. У меня был бабл, я его, там ГКД было. Смотри, бабл, не проеби, и имя подамажешь, может быть, добьешь, даже будешь героем. А, лок, камни ставь, камни хау, сейчас ходит. Репорты пьют 15 человек. Бичи, хули, два чела кто-то не камни пьет. Камни взяли все, камни вот, все локовские взяли, пожевать. Репоты дать? Скажите, вам дадут репоты. Вот этих нахуй припотов и не хватило. Ну просто да, вот дайте по 4 припота челика. Ильянте дайте припоты. Я, блядь, два раза уже гонял до аукциона. Вот сейчас кого кидать? Рахель, тебе на починку надо дать или что? Дали припот тебе, нет? Да, на починку дали, всем спасибо, кто дал был. На, брат. Благодарю. В кого мы давали СС до этого? Я давал Вадикона постоянно. Ну давай так же, это же БР. Танк не сдохнет. Сдыхается, у вас сдохли основные ДКшники у нас, потому что они прям врубались. Еще давайте, готовы, нет, время идет. Принимайте, подходим поближе, так. Ну не, сейчас мы вон на басы нахуй. Диенту, дайте, пожалуйста, по всем. Только сильно не флудите, только что по делу. Там что-то срочное. Вардаунт и кто там? Кто ну там агро? Хальдринг, да? Да. Хальдринг, ты тут? Вот, короче, мне после этого пула надо будет отойти минут на 5. Хорошо, перекурим тогда. Даю отчет. Первый припод петь, не будет. Припод? Вот это залпа. Сало. Ослабление, понятно. Прохиливаемся. Первый болт вам кину. Уже можете зыбкой. Не зыбкой. Бля, бурс 20к, пиздец. Пожарник, там и 24 было даже. Или готовься к рулу. Давай, сокру. Следующий у нас Холидринг, готовься к рулу. Можешь сдавать, в принципе. Ваня, заносишь потом второй припад пацанам? Они уже будут пить. Юля, готовь купол, ставь купол. На экзекутке, на 20% второй припод. Так, Заканыч, твой следующий купол, готовься. Можешь поставить, в принципе, его. Еще прибить никого. Войт, твой следующий. Ага. Сакра. Думаю, уже можно сдавать ее. Так, хорошо. Эма освобожу. Освободил Эма. Эма, он кастуй на хп. И на полу убиваешь. Ничего, да? Так, следующий мой. Эма, забери его, Рахель, быстрее. Врахель, давай Эма этого. Даю гим. Я только что сдавал Эмашку. Я наоборот освобождаю. Мне дайте тоже. Ты Эма с сокрой перепутал? Ладно, забрал. Юля, не зыбку жми. Как по откату, короче, тогда. Отдал. А, не моя. Врахель, готовь массакру. Жми ее уже. Ты, а меня, ты меня с ним опять перепутал? Нет, у меня идет Врахель. А, хорошо. В Холидринка. Я забыл. Сальву. Холидринк, я туда. Второй. Сальву инвизибл даю. Потом скажи, Вадикон. Кому. Холидринк. Холидринк у вас сокро. Фокмастер второй по агру. Первый. Дать сальву войду. Он же поздно, нахуй. Я сдал. Юля, ставь купол по откату. Инвизибл даю сам. Инвизибл. Я ему дал.
На пол и вавилашу. Купол 8. Хорошо, подкат уставь его. Вмешательство по тутелару, дай, вар. Остальные там стопайте, кто это самое. Поты там. Вторые пейте, вторые поты. Подкат уставься к руу. Готовлюсь. Да. Все, жми уже ее. Но. Похули дринку. Бидон сэр, сухой, бидон. Ставь тотем, ну что-то делайте там с маной, блядь. Дай ману. Шаду, жми гим на хп. Полы там сейчас. Похули дринку. Вар второй. Я второй, Вадикон. Сальвы нету, да? Нету, нету. Шаду, гим на хп. О, это, гляньте, гим на хп, гим на хп. Букмастер, стоп. 5 секунд, побей. Мастер первый. Ноубосс первый. Юлия, не зыбку по откату, прям сейчас давай. Воин пусть умрет, и подымем Бернин. Пусть он стопнет просто. Все, сейчас заберу. На полу вывелаш. Только хилим. Врахель, готовь сокру, даю полтинник в Врахеле этот свой. Готовь, давай, все, полтора. Мастер, жми. Не бей. Ледрин, готовь сокру. Жми сокру. Полы в холедрин, касседжу сейчас. 3 секунды откат. Давай, на Юля, пол. Ставь купол по откату. Букмастер, не бей. Закраныч то же самое. 7 секунд купа. Изо всех сил. По Вадикону сдался льву. У меня камень, я встану. Вставай. Давай, заканчивай по откату купол ставь. Уже ладно. Поставил. После Найс. Если сходи. Все, сейчас захилим. Войд, готовься к руу. Войд, готовься к руу. Готовлюсь. И две. Все, вставляй ее. Это, Тилмаун, дай этот, зубы по Войду, Войд Плайту. Я уже дал, нормально. Сдох. Бопы ДКшникам раскиньте, которые там дорогу. Берса. 7 секунд, давайте, 6, 5. Хороший! Хороший! Хорош! Великая победа Орды, нахуй, ебанская! О, плечи! Паладин, паладин! А ну нафиг, хорош. Танковская трения, я так и думал, хорош, что... Мужик, ладно, я подожду, красавец. Я подожду, кто пока там рапсуешь. Слава, я отошел. Молодцы, красавчики. Давай. Ну все, мы этого бича разобрали. Кто заберет кусок? Я пошел срать, мужики. Блять, пиздец, как потно было, у меня аж руки спотели. Нет куска шипышного. Я понял. Ничего страшного. Короче, видишь, Захарович, зарешал купол уже. Так, бля, не, ну я так, кстати, не может, думал, что... Можете уступить мне? Давайте здесь. Это, быстренько разберемся. Ну, берет второй токен тот, кто уже получил. Так он получил рарник, там просто по очереди, по-моему, идет, я, да? Ну, типа, если рарник уступит, будет супер. Ну и Вилаши по-любому второй кусок надо брать, ну типа, Она будет без массы. Этого. Да, без массы вам. Надо что-то думать по этому поводу. Давайте сейчас быстренько с лутом разберемся, потом попиздим, какие мы красавчики. Значит, что, напало? Слышишь, Слава, я перебью. Чё? Пока это токен паловский, отдавай роги. 100%. Да. Больше на пол. Рарник, уступи ему, профита будет больше, урона будет больше. Да, я куплю, напало. Два токена куплю я. А, ну все, роги отдавай. Бля, я хотел купить, у меня было 4. Ну, 4 куска. Зачем? Если он отдайте рарнику. Давай тогда рарнику, 4 куска будет. Так, теперь смотри. О, я отошел. Теперь тихо, дайте это попиздим. Значит, смотри. Ну, тогда давай ему. Если я тебе даю, мне тебе воронки только на 2 куска отдавать, да? Ты остальные сам с ним все сделаешь. Куплены, ну, они сразу покупаются, открытые. А, все, короче. У тебя воронок нету, да? Ни голды, ни воронок. Нету, нету, нету. Так, все. ГЦ. Это хорошо. Ничего, блядь, будет эта хуйня падать, еще ДПС будет расти. Конечно, теперь будешь дамажить не 17-20к, а будешь 25-30. Так, сейчас... Теперь точно Джон будет. Теперь ДКшный токен. Кто у нас там первый на него? Эвилаша, да? На ДК Эвилаша первый. Эвилаша забираешь, да? Сейчас я вам 12 воронок отсыплю, каждому по 6. Там надо подумать еще, я думаю. Тут Эвилаша. Прием, Вилаша.
Забираешь, да? КЦРарник. И там Катрине туда же, нет? Вот на Катрине, кстати, а, как... Танкотриня какой-то кал, блять. Че она вообще делает? Она сильная. Она просто увеличивает твое сопротивление к данной школе магии. То есть ты прикинь... Это не та триня, блядь. Ты читай, что не написано. Помойка, все тогда. Нахуй она нужна вообще? Кто-то юзал ее, кто знает? Прием. Да говно, говно. Понятно, короче. 50-50. Полная, короче. Полежит до лучших времен, нахуй. А, дай кого-нибудь потестить. Потещу, нахуй, когда-нибудь лет через 5. Так, сейчас давай с вороночками подойдите ко мне, Вилаша и Рарник. Где там? Подойдите к звездочке. И дайте ГБ. Мы дальше пойдем. Дальше идем. Да, сейчас я дам ИП. Подождите. Мы синтезы рубить? А РТ до... 35 минут до конца. До 8. Я понял. Да, попробуем соляру ебануть. Чё, с первого трая не ебанем, завтра продолжим. А все, погнали трэш. Ваши же еще не убили? Нет, убили. Блять. Я хотел голову купить. Или что-то галажит? Пап, у нас некромантика лопается через 5 минут. Сейчас разберемся. Вот, Дусан спрашивает. У меня только, соответственно, танк спек. Я на соляре только в танке могу. Если других танков нет, да, до да. спека. Конечно. Я нужен, нет еще. Ты уйти хочешь? Не, я могу протанч просто. Только протанч. А ты в ирдру знаешь фишку по таргет-таргету кастовать хилку? Нет. Ну что ж, я протанчу соляру просто и все. Ну типа и Вилашу, я не знаю, есть у него ДД, нет. Там рыжий. Ребята, пойдемте трэш почистим, пока такой, мы тут такой. Сейчас года два будем еще ждать. О, есть ДД без этого. Сейчас разберемся. Танки нормально дают. Так, Рарник и Вилаша ГЦ. Погнали, скажите. Рарник ГЦ, теперь будешь больше всех давать. Надо всю зачарить же это будет. Да, зачаришь, ну, все это, будешь я там. Я думаю, 4 куска палы больше профита, чем так, мне. Давайте, момент истины, блядь. Всем внимание, 6 воронок, раз. Обмен. А мы сейчас идем воронки фармить, самое главное. 6 воронок, 2. Получается, ебать? Я следующий, да, забираю? Ну да, получается так. Все, воронок нет? Круто. Почему в ГБ осталось 8 воронок? Вот надо пополнять это количество. Ладно. Сейчас временно, пока у меня 12 воронок не будет на следующие 2 куска с робота, потому что у людей уже есть токены с руки, временно до 12 воронок я не буду, ну у меня там 2, по-моему, на друиде или на ком там лежит, блядь, временно я не буду выдавать на эти, на голову, ты пока что не... А там 3 камушки еще лежит. Танк, потели. Какие камушки? На голову. А, да, на голову 3 мглистых есть. Ну, кого-нибудь апнем, уже на следующем роботе, я думаю. Вон, этому дашь, Рарнику один. Все, разбирайтесь с шмотом. Так, головы нет для Рарника еще. Приза на контроль. Дусана, не потеряйте. Тут, я не знаю, ДПСа больше сделать. Слышишь, Рахель, ты хочешь попробовать эту хуйню, как хилить по цель-цели? Нет, я так не хилю. Я буду по-своему хилить немного. Птица, откуда? Ты не проявляешь. Я таргет не хилю. Ну, посмотрим. Смотри от пинга. У меня сейчас просто 120 пинга, я здесь с напрягом хилил чутко. Вы это там не чильте, мы трэш бьем. Войд, замени, пожалуйста. На Тонатоса возьми. То есть я местами сдавал косты просто им, так сказать. Так, пока не ливы. Заранее в человек. Сейчас ИП дам. ИП-ку за робота. Ну мне будет сразу, да, и потому что буду опыт. Уже кто? Не хотел прерывать вас. Некромант. Да, вот всему рейду дал, кто тут есть. Кто там на замене, плюсуйте. Спасибо. Так, сейчас. Можешь на Рависту перекинуть, пожалуйста. Бой закроется, поставлю шкаф. Как сейчас трэш добьем? Так я топнулся. Пока никогда. Это двойное. Ну это плохо, да. Конечно. Ну ничего, сейчас скоро Т5 оденем все, хотя бы по два куска, вообще будет легче двое. Нет, а когда там уже по 2 куска будет, там вообще он будет падать. Ну как, не знаю кто. Да. Да, я буду ходик если собирать. Ну, тогда мне нужно шмотки с ТГ. Так, Control D это надо. Доп ЕБ это не. Доп ЕБ это не наеб? Ну это 800, это двойное. Двойное. Также новенькие, которые только пришли, со SnexD получают стартовый ЕБ. А кто у меня?
Пускай тогда, короче, на next робота другой из ДКшника вот такую хуйню делает, он как я, блядь. Да ты оставь уже просто, у тебя опыт есть, нахуй, да. Слушайте, а есть у кого-то какая-то хуйня, чтобы отследить, сколько именно абсорба дал его щит антимагия, зона антимагии? Может, details или какой-то этот... Понять, это вообще полезно. Скада, типа... Зона антимагии? Да, чтобы увидеть, типа, реально, сколько это было. Посмотрел. Пикните, ребята. Не знаю, когда Ивилаша давала, мне даже щит, по-моему, престовский не разбивали. Так, сейчас кого сомануть надо? Все, ему дочки. Наши нет. Давай. Он ведет мобов. Бля, день охуенный. Да кто декаш на этот палец забрал? Замешал все, следующее мы заберемся. Да, если они еще упадут. Да упадут. Ну не упадут, не заберем, какая разница. Так а кто-то опять лутанул? Если будем. Рарник из нас. Робота убивать, то ништяк. После РТ можем гнять зломан. Вот, я в проблем канал, сколько у эти антимагические панциры на абсорбе. Ну, только не хочу рылить. Ой, вряд ли не хп. Нормально, позиция. Я сейчас не могу смотреть хилю. Там, видишь, хилы подыхают. 57 тысяч? Серьезно? Вы идите сюда, хилы там. Потому что мы тут два хила стоим с мордаунтом. Мне это тоже шея нужно, кстати. А бидон ушел, офнулся или что? Он сегодня зайдет? Не знаю, сейчас пишет. Бидон даже писал. Короче, он, чё? Он ушел, типа, да? Да, он что-то писал, что оф. Я оф, замените меня. Короче, Ваня, утром с тобой соберем завтра? Слав, мы можем... дочистим трэш и пойдем это, а завтра соляру добьем. Да, давай, у дочистим. Нас... Давай, только пиздуйте сюда, стой, не агри, ничего, сейчас мы все подохнем, нахуй, отойдите не оттуда. Так а чё, зона антимагии полезная штука была или чё? Короче, да, вы меня заебали. Полезная. Это... Мне это все очень интересно, вот некромантика ушел. Линканули просто хуйню какую-то, там нету абсорба. Так, бидон ушел. Хэлла, давай спекнись в хила, а то мы подохнем нахуй тут. Ей, где Вархель? Чек на ФК, блядь. Ей, Эламаунт, беги сюда. Ой, Призен тоже будь в хиле, блядь, а то подохнем нахуй. Мы сейчас будем падать на трэш. Не-не, нормально, сейчас обходим капрыгун просто. Тут Вархель. Ты беги сюда. Я хай! Людринг там АФК. Варахель, прием. Ломанут, беги к нам. Короче, вот рыба, жрите, блядь, кто там. Дайте пару инеров мордаунта. Жрите рыбу. Призен и хэл. Дайте сум, пока шкаф стоит, а то сейчас нахуй пропадет. Если врачи были обидеть, я случайно к роботу прибежал обратно. Короче, я оставляю, да, этот билд зоны? Ну оставь. Там посмотрим, реворк с Мишкой сделают. Будем нормально это делать еще. Тем более, я думаю, нерфанут. Нерфанут скоро. Не, ну хорошо, и таланты надо будет делать. Это я хотел спросить, я сейчас забыл что-то даже. Не, ну получается, после такого убийства можно и на плюс морали сегодня в Apex на обнову залететь. Да, да. Инженеры бы робота разобрали этого? Или он не разбирается? Не знаю. Все, пошли танки. Пошли, ебанем быстренько трэш до соляра вокруг. Может быть тройнем, я хуй знает. Сейчас посмотрим, как кто будет в рейде. С какого там трая робота был? С третьего, да, робота был? Там. Это с такого, наверное. Там один технический был. Ну со второго, ладно. А с третьего, господи, ладно. Третий, так, третий, чё ж. Технический, не считается. Кому токен ДКшный отдали? Эвилаш. Наш. Зря. А чё? Ну, потому что надо было магу отдавать. Да похуй. Да. Заберут еще. Ну ладно, сейчас я думаю, это второго куска-то нету у них. Сейчас. Ладно, вот соглашусь, пока что 2 ДЦ сыграли хорошо. Уж, блядь, хули. Да пожалуйста. Вот когда 2 Т5 будет у ДЦшника? Тогда можно в одного холика от ДЦ. Это надо как-то продвинуть, апнуть ДЦшника, я не знаю. Я пока не... Но я тут надо его... А Эй в рейде не было, да? Эглаш, забери робота, пожалуйста. По-моему, был в рейде. Ему сначала надо одеться, Войт, так что ты не забывай. Нам еще ДЦ надо деть. Где-нибудь, ничего страшного. Он уже как зашел в гильду, оделся. Этот часовой, смотрите, его там надо эвейдить за стенкой. Давайте поднимаем. Там максим... Максимально надо было, ну, если с профита идти, то у Эй выдавать.
Юлю, ну, чтобы прямо максимально, да, чтобы мы в следующий раз 100% убили его. Потом да не дрочите, потом мы, блядь, разберемся нормально, не надо. Да еще мы убиваем, что вы дрочите сейчас? В принципе, нас ДПС хватает, хватает. Блядь, я не, ну да, мы начали убивать, мы его убили, мы знаем, как убивать, все. Мы и так заморочились. Ребят, диспойли станы тоже. Диспойли, но у меня... Саня, тебе дали? Хилы бичи не диспойлят нихуя нахуй. Да, в смысле не диспойли? Я сколько диспойлов с меня? Ну-ка, покажись. Хорошо, игра. Дайте столик магии. Это, а то жратвы нету. Тыкните столик сейчас. Лутера, говорю, дай. Сейчас. Сколько там значков в Ульдаре вообще в ГБ? То с хуем. Там это мало. Это мало очень. Типа, если всем выдавать, хотя бы штук по 6. Типа, не знаю, по 5. Ну смотри, ну это надо чистый перед пулом босса. Там просто есть момент, что науки они стоят, типа этот как. Ну, в районе, да, там. 90 там, голды. Че, каску дал? Пошли, каску дал, пошли. Погнали. 90 голды за одну штуку? Да. Ты ничего, что. Ты можешь, ну, поменять ее на любую фласку. Я изнасилование. А танковскую, СПДшную, там, ПШную. Да. СПДшные, но, бляха. Проблема в том, что они спадают, конечно. Вчера действия. Они, короче, стоили, знаешь, по сколько? По 80 голды я закупил. А Ишу набафайте. 37 штук я взял. А Рюрарнику отдали кусок. Паладинус. Да. Да, он будет два куска покупать, я так понял. Ну ему будет больше профита, если он будет в 4 балла. Там 4, да. Я почитал там где-то ну, мы чекали Деневиана из Нумерси, который рпал Бисова 4-5. Он не больше анхолика в 4-4 дается. Ну это уже хорошо. Сколько? Слышишь, 28-30 в робота или 15-ка? Есть разница? Есть, конечно. Есть плюс 13к ДПС. 7-8к, а там еще, заметьте, там еще разные там бафы вешаются. Там не, можно... я не к тому, что видишь, типа бесполезно. Я к тому, что типа. Будет. Я к тому, что это вообще пиздец, блядь. Какого хуя так мало, блядь. Гаучет у меня стол в санье. На первый взгляд, нихуя, но оказывается, здесь вся моя моча за неделю. Бля, вот ты че на радостях ебанулся, старый. Я вообще ебанулся. Я сумасшедший. Слава за ФК дал людям. Дал. И можно расслабиться дальше. Это, блядь. Конечно, сокровище, нахуй, 2-5, блядь. Хули, я тоже, блядь, второй кусок открою, нахуй, пиздец будет сокровище, блядь. Ну, тут танк совершал крутой. Слышишь, завтра идем Каратреса. Где вы вообще танка нашли? С утра сегодня. Ну, откуда, с Ноумерси, да, ты? Или, с Миастры. Где топа сидит, чилит, нахуй. По обмену, да? Обмену. Ну, блядь. Пиво на нормального пацана поменяли. Сори. Ну, это еще я могу забухать, если хотите. Да, а мне... И ты и так, блядь, как будто пьяный, если ты еще, блядь, хуй будешь там вообще... А ты меня... Я пьяный, когда я молчу вообще, я спокойный. Ну, мне бы на танка сплетение. На туре мне бы на танка сплетение. Я его сегодня взял. Трынку. Мне бы... Мне бы волну цунами. Не помню, что я взял там, блядь. Же я что взял, что не взял, нахуй. Мне бы фетиш. Так, значит, давай сюда. Фетиш тебе? А тебе какой фетиш? А на кого я взял? Я реально забыл. На друида, что ли? На друида ты взял... Понял. То есть ножки любишь, да, получается? Конечно. Всего правильно. Пошел этот, броню навешивает. А, нормальная тема. Не, она на мишку бисовая, ну... Так она и на всех танков тоже нормальная. Ну типа, у тебя клык-гер, блядь. Вообще. Надо сет собирать, тогда заебись. Вот да, со второй. Она видишь еще в чем трабла? В том, что ты когда. Это... Вчера ты отдаешь клык, а я сижу, потом думаю, она воронка нужен. Нахуй, ну да не, почему? Это нужно хуй. Не, на некоторых боссах нужен. Не, на некоторых, да. Фишка, видишь, в чем фишка? В том, что Скоробей и вот эту триню с гидроса, если ты юзаешь на боссе, который одну точку дает, вот Лиш, к примеру, или Халеон, оно у тебя не настакается столько стака в броне, оно будет спадать. Вот, а если я ты какой-нибудь... По 6 воронок выдал? Да, выдал.
Войд, сейчас, я не знаю, скраби раньше очень, ну, часто спадал, сейчас он очень раз, спадает. Там, да. Даже, он берет, даже налечь... Стойте, стойте, это, контроль боковых мобов и череп зерга. Рарник, когда куски берешь, они сразу открытые. Да, я видел же. Чё за фильм-то? Хуёвый фильм. Зелёный слоник, нахуй. Контроль, контроль, страх. Ой, Эвилашу за контроль. Бабл заюзал. Эвилашу-то не страшно. А вот Шалфира с хантом сейчас пиздец. Я вас сразу же что-нибудь дать ему бан, дип, я не знаю, там ловушку какую-нибудь инфернул. Кого дать нахуй? Били. Дип. Ну, как то у магов-то фулл дип. Фулл дип? Он, бра. Блядь, не издевайтесь, но я забываю. Сейчас я вам сало понавешаю, блядь. Он смеется, блядь, с хотя такие. Не дайте пизды, не дайте пизды. Не дайте пизды. Дайте ему дип, нахуй. Убили там этого пидора черепа? Пару дипчиков чисто. Зыканыч, хочешь, я скажу тебе, какой у меня пароль стоит на этой самой... Не надо, не хочу, блядь. На учетке варфрейма, а? Не надо. Как-то у чела конфиг попросил, типа, чтобы посмотреть, какие у него там команды, чтобы подсказать ему по производительности. Он мне скидывает, короче, свой КФГ файлом. Не, если не спадает, если не спадает, это хорошая трения. Я открою там пароль, короче. Стой, стой, стойте, не агрите, ждем еще, пачка идет, провидится. Если тебе я напишу это в личку, Захан, слышишь? Прям пароль и логин. Да не надо мне писать, как у тебя стоит, блядь, но мне неинтересно, брат. Хуёво стоит, да? Пароль, ты что? Знаешь, какой пароль хороший, мне нравится он, я его подхожу, Ctrl-C, Ctrl-V и вставляю. Встаю, куда вставляешь? Куда ты вставляешь там, бля, в розетку два пальца, нахуй? В учетную запись. Я надеюсь, медведю не страшно вот эти все шутки конченые. Тоже надеюсь. Мы ебали медведя, Мишка плакал. Господи, Войда, не убейте, не. О, господи! Ван согласен, перегнул, извиняюсь. Че, после не. Че, после льды еще не такое бывало. Кто там дышит? Я нахуй. Не дыши. Я понял, нахуй. Не дыши, блин. Задерживаю вообще. Блять, ну вы диспельте танка, ну я, блядь, че вам. Ты бич. Диспель. Блять, специально если сделал билд, диспель у нас диспель уменьшается. Это. Буду без часы диспелить. А бичевскую треню кому отдали? Бичевскую я забрал. Тебе забрал. Ну, да, типа, в коллекцию нахуй. Слышишь, могут даже не спрашивать. У меня, знаешь, там банк нахуй, там открываешь, а там, блядь, так... камни я видел, всякие, там пиздец нахуй. Я так... Куда он баджи ТГС слил? Он все рюкзаки себе закупил. Я так понял, типа, вот все бичевские шмотки подбирали, это как вот дед доест. Слушай, Войд, а если под этого жнеца на просто в танк юзает эту байду, на любого, скажем, там, не знаю, хила, в него в этого хила даются зубы, или там, не знаю, в оф танка просто жирного юзает эту байду на лице? Может эту байду юзануть и в оф танка. Да, а кто хилить будет? Нихуя. Нет, только посмотрите, смотри, на жнеце, там же жесткие просадки получаются. Ты просто в танка юзаешь ее, как зеркало что-то типа. И все, танк сдает какой-то сейф свой. Да, то же самое можно. Конфеты степ. На вкус что-то типа сникерса. Ну я не знаю, оптимальные вариации я уже даже придумать не могу. Я понял, что я нихуя не понял. Это, что мы решили, травить робота или нахуй? Да уж, робот. Я бы скипал. Ой, блядь, соляр. Да. Да уже 20 минут осталось, нафиг. Давай завтра лучше, как раз у нас нет. Трэш как раз зачистим и... Да. У нас Глеба нету, некромантики нету. Вон, этот травист спингуется. Жора гордится. Давай просто порадуемся убийству робота и... Ну мы так-то сколько траев дали? 4, да, трая или сколько? 3. Полноценные 3. Ты видишь, типа, танк вообще жирный, крутой. Заебал, блядь. Технически. Танку подлизываем, да? Ну медведь реально жирный. Так, не, я просто, типа, ну, я такой... Прихожу, тут какие-то новые люди, крутые. Я тоже вообще в ахуе был. Я понял, блядь. Променяли вайда. Вара, я видел, что взяли. Старого вайда, блядь, был, блядь, танк. Ну, все, ты хилишь теперь. Был бы ты человек. Но ты же не хотел хилить. Ой, не хотел танчить, ты искал себе замену. Вот, видишь, нашли замену.
понял. Теперь ты либо сова, всё, либо хил. Всё, ты даешь хиль, что хочешь, делай. Да, все. Ты просто можешь даже, знаешь, чисто пойти на РТ, сказать, ля, без меня соберите, там, я это... Ты же хотел будет на РТ чисто шмот выдавать, вот, пожалуйста. Там, может, просто будешь смотреть этот стрим у кого-нибудь, говорит, так, этому ГП, этому ЕП, сюда сбежали, сюда разбежали. Он же сказал, к лету там, на это... Уедет на заработок. Ну, все равно, кто заметь. До лета еще далеко. До лета еще дожить надо. Ну, до лета так-то еще другим выбьем топить. Да. Еще до лета мы этого робота еще, знаешь, раз поломаем. Да. Вы не крутой? Ну, будешь крутым. Тебе на все 4 спеков этого мишку выбьем. А, прекращаю. На паладинов 3 спека. Все, не льсти старому, то он сейчас, блин, это самое... Ну, что, он расстраивается, что? Старый там уже поплыл. Не, я имею в виду. Я вон с варом общаюсь. Не, ну что, он расстраивается же, что это... Видишь? Я радуюсь, что я DC-2T5, да, сделал? Не, круто, что рарника теперь будет. Ты хочешь DC-2T5 сделать? Не-не-не, сначала я, потом ты. Рарнику там надо этот, открывать шампусик. А сколько один кусок стоит? 500? Да? 5К. 5К? В смысле, когда? 5К рублей. Короче, нихуя не выпало. Одни поручи эти выпали, ебаные. И одна воронка. Я что, скипаем, да? Да я вот, блядь, думал, может тоже себе подумать. Есть макренегат? Добрый, позитивный. Сомневаюсь. Типа стал долларом, пожалуйста. Вижу. Ренегат есть. Короче, сотка вот. За трэш. Спасибо, дедушка. Так, ну что, завтра завершающий у нас. Ну, я думаю, с соляры, да, начнем, потом на каратре. Да, конечно. Соляры, и потом мы этого идем, каратреса. Ага. Ну, займем бы еще заглянуть. Да. А Лары пока тратить вообще не будем, да? До фикса. Да, то, блядь, я Лара. Еще бы пара крутых хилов пришла. А Лара... Можно было бы реально Джайну залететь. Ну, можно попробовать подождать, пока этот Алар до фиксов, и все. Подожди, так а что, может мы завтра туда на Джайну залетим с двух ног? Ну, да, я не думаю, что... Там проблема в РДД. Да. Типа, в принципе... пачка есть, можно прийти потратить, но надо убить, убить то, что убивается еще. Там на этого... Смысле, на Лара попробуем. Надо пачка РДД хорошая. Нет, не попробуем же, не узнаем. Давайте на турю за Джайну хотя бы пару трайв сделаем. Ну, посмотрим. Лучше тогда каратреса. Да, с него токен все же падает. Как бы если да. Мы даже хотя бы его потраим, более-менее освоим как робота, то мы можем какую-то тактику более-менее актуально выработать для нашего современного гейма. Там на Джайне просто надо очень сильно тактику задрочить. Прям вот, блядь, максимально сильно. А типа смотри, если мы каратересу убьем... Че там ноги падают? Вау! Так, это будет, охуенно, потому что может токен упасть на ШП и на робот. Это еще буст охуевший по ДПС. Я заберу ноги. Да. То есть Седжу нужен второй кусок, он апнется сильно. Мне что, мне наоборот не... Ну, не сверхсильно, но нормально. Апнешься нормально, в любом случае. Да. Плюс 10% урона от природы, плюс каждые 6 секунд шифтом по 25 тысяч примерно. Так, ну ладно, чё, на этой...